И снова здравствуйте, всем привет, Unreal Engine. Давайте посмотрим, где удалять проекты, которые именно, ну как сказать, вы открыли, а потом оказалось, что они не нужны. Так, вот, открываем Epic Games, второй значок. Так, теперь Unreal Engine, вот этот, и находим библиотека. Вот здесь в библиотеке проекты, которые открыты. Вот их можно правой кнопкой мыши нажать и вот удалить. Удалить файлы 360. И эти тоже поудалять, чтобы они не захламляли вот это все дело. Ну, вот такой способ. Все, всем пока, до свидания.